Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRasset.info. Перед нами OnePlus Nord SE 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять тему клавиатуры данного устройства. Для этого мы открываем клавиатуру нашего телефона в любом удобном для нас приложении, вообще без разницы где. Дальше в верхней части клавиатуры нажимаем на шестеренку. Если вы не можете ее найти, нажимайте сперва здесь на стрелочку, потом на шестеренку. Тема. И видим здесь большое количество разных тем на любой вкус. Можем нажать «Показать больше», увидеть еще больше и выбрать любую из них. Или, нажав на плюсик, выбрать какую-то тему из галереи. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!